18 сентября в единый день голосования на территории Тувы будут проводиться 74 избирательные кампании, в которые входят выборы в депутаты в Государственную Думу России, досрочные выборы главы правительства Тувы и выборы местных уровней, которые будут проходить в районах нашей республики. Жители Кызыла и других муниципалитетов получат на избирательных участках 3 бюллетеня, а избиратели ряда районов Тувы получат больше. Минимальное число бюллетеней, которые человек получит на руки, будет равняться 3. Это значит, они будут голосовать за депутатов Государственной Думы по одномандатному и партийному списку и за досрочные выборы главы представителя правительства Республики Тыва. А остальные кожуны, где у нас еще местные выборы, они в зависимости от уровня этих выборов будут получать еще бюллетени. Но максимум они получат 5 бюллетеней на руки, где должны поставить галочку напротив того кандидата или напротив той партии, которую они считают для себя самой приемлемой и необходимой. Всего по республике работает 181 избирательный участок, из них 32 в Кызыле. Избирательная комиссия Тувы 1 сентября дала старт досрочному голосованию на выборах главы республики и депутатов Государственной Думы. Воспользоваться правом сделать выбор раньше единого дня голосования смогут более 4000 избирателей, проживающих в труднодоступных селах и местностях. Также среди досрочников – вахтовые рабочие, добывающих предприятий, чабаны и оленеводы, в настоящее время кочующих на высокогорных летних пастбищах, охотники и рыбаки промысловых бригад, старатели золотодобывающих артелей, а также сборщики ореха и таежных дикоросов. Чинчик Кашпукол, Игорь Стародумов, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».